Всем привет! Видео для тех, кто не знает, как проверить работоспособность ДМРВ. То есть, насколько у вас там все плохо или еще можно поездить. Видео буквально двухминутное, потому что в интернете много очень видео по 10-15 минут. Тут все за 2 минуты проверяется. Сейчас я вам вставлю картинку, какие должны быть показания у ДМРВ. Перед проверкой, ребята, обязательно включаем зажигание. Это все делается на включенном зажигании. Проверка. Для проверки нам понадобится обычный мультиметр. Выставляем на 20 вольт постоянного тока. Да, ребят, только не перепутайте. Постоянный — это шкала слева, а переменный справа. То короче, есть... как на видео. Вот так именно ставьте, так, да. Черный щуп — это масса, зеленый провод. Красный провод на желтый. Так вот аккуратненько протыкаем и смотрим показания. Получается, что этот датчик, можно сказать, состояние нового у него по показаниям. И для наглядности, вот у нас есть второй датчик, которому вообще плохо. Мы сейчас его поменяем и то же самое вам покажем. И вы сами увидите, что, ну, правда, показания разные бывают. Вот второй датчик, на нем машина хуже работает. Получается, поменяли датчики. Подсоединили второй, зажигание включено. Подсоединяем также щупы, смотрим показания. 1,10, 1,9. То есть датчик вообще мертвый. Допустимые показания до 1,04. А ему все плохо. Вот, ребят, таким способом можете проверить датчик без всяких проблем. И уже решать, менять, не менять вам его. Все, давайте.